Повестка для обсуждения, в общем-то, неизменна. Выполнение зональных проектов на территориях, программа губернатора и тех задач, которые ставит перед собой муниципалитет. Это очень большой круг вопросов, а для фракции это планомерная работа. В прошлом году в нее вмешалась наша общая борьба с коронавирусом. Для нее были мобилизованы основные силы, но и текущая работа не останавливалась. Кроме этого, хотел бы поблагодарить вас за работу, которую вы проводили по инициативному бюджетированию. Нам, мне кажется, неплохо удалось вместе отработать. Мы лучший муниципалитет в Московской области, кто отработал инициативное бюджетирование 2020 года. Главное, что все, что было запланировано, все предложения и проекты по инициативному бюджетированию выполнены полностью. Еще одна тема для обсуждения – участие членов фракции в работе портала «Избиратель-депутат». За год на нем появилось более 3000 публикаций. Это самые разные вопросы, обращения, полемика и поэтапный ход решения проблемы. И одна из важнейших тем последних лет. Мытищинский лесопарк – это ужасный наш лес несчастный, Пироговский. Вот, который мы превращаем вместе с вами, вместе с головой, вместе с инициативными жителями в хороший парк. Мы сделаем наш Мытищинский парк лучшим парком Подмосковья. У нас есть поддержка людей, жителей, поддержка главы нашего городского округа, Андрей Николаевич, ваша поддержка, Михаил Николаевич, я уверен, большинство членов нашей фракции. Ну, а главное достижение – это все-таки постоянная и обратная связь с избирателем. В этом залог успешной работы. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый Мытищинский.